футбольный клуб «Химки» завершает свой первый после долгого перерыва сезон в российской премьер-лиге. Впереди последняя игра чемпионата перед отпуском. Матч с футбольным клубом «Сочи» пройдет в «Химках». Поддержать свою команду может любой желающий. Специально для болельщиков вход сделали бесплатным. Сезон РПЛ для химчан выдался непростым. После первых 8 матчей «Химки» занимали предпоследнее место. Однако во второй части чемпионата вырвались вперед. В настоящий момент команда занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, заработав 44 очка. Начали сезон мы не совсем уверенно, но тогда у нас был и другой тренерский штаб, и, в принципе, другое руководство. Вот после этого произошло очень много изменений. Соответственно, и результат, как говорится, налицо. Какие могут быть впечатления от того, что мы практически в каждой игре берем очки? Вот. Самые положительные. Осенью на должность главного тренера назначили Игоря Черевченко, который раньше тренировал тульский «Арсенал». Чуть позже к команде присоединился бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков. Я думаю, что «Химки» показали себя во всей красе во втором круге, во второй части чемпионата. И надо продолжать так же играть и думать уже о новом сезоне. Следующая игра – встреча с футбольным клубом «Сочи», к которой команда сейчас усиленно готовится. Соперник химчанам уже знаком. В прошлый раз матч закончился в ничью. Мы с ними встречались, сыграли 1-1. Но «Сочи» сейчас в очень хорошей форме. Они борются за Еврокубки, и поэтому игра будет очень непростая. Мы надеемся, что придет очень много болельщиков наших. И хотим показать хорошую игру. Вот, и достойно уйти в отпуск. Заключительную игру сезона команда примет на своем поле. Матч с футбольным клубом «Сочи» пройдет 16 мая в 14:00 на стадионе «Арена Химки». Вход свободный. Приходите поддержать свою команду. Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.